Всем привет, с вами снова проект «За порогом». Сегодня мы приехали в один из районов Башкирии, о котором наверняка многие слышали, но далеко не все представляют, где он находится. Да я и сам, что греха таить, был здесь буквально пару раз, очень давно, и совершенно не знаком с местными достопримечательностями. Поэтому моя сегодняшняя задача – стереть это постыдное белое пятно в познании географии родного края. Итак, сегодня у нас на повестке дня Бишбулякский район. Не переключайтесь, поехали! Если мы взглянем на карту Республики Башкортостан, то увидим, что район этот находится на юго-западе и граничит с Оренбургской областью. А доехать до него из Уфы можно даже не торопясь всего за пару часов. По сравнению с другими районами, он не велик и не мал, а занимает примерно среднее положение. Население его чуть более 25 тысяч человек самых разных национальностей, самыми многочисленными из которых являются, как это неудивительно, чуваши. Помимо них, здесь прекрасно уживаются башкиры, татары, русские и мордва. Всего 5 основных национальностей. Это число удивительным образом перекликается с названием райцентра – села Бишбуляк. Для русского уху звучит, может быть, немного непривычно, но стоит его перевести с тюркских языков, и оно заиграет романтическими красками. Бишбуляк означает «пять подарков». И для нас, оказавшихся здесь в самый разгар золотой осени, путешествие по району было действительно сродни получению подарков, которых оказалось значительно больше, чем 5. Водопады для юго-запада Башкирии – вещь достаточно редкая. Вот один из них – небольшой водопад Шерлома, как называет его местное население, то есть шумный. И второе название его чеховский, потому что вот буквально здесь за горой находится санаторий имени Чехова. Великий русский писатель действительно был здесь в начале 20 века, приезжал на кумыслечение. Почти весь район находится на территории Бугульминско-Бельбеевской возвышенности, то есть отличается живописным пейзажным рельефом. К моему большому удивлению, эти места совершенно не популярны среди туристов. И вовсе не потому, что здесь нечего делать, а потому, что туристам о нем практически ничего не известно. А посмотреть здесь, поверьте мне, есть на что. Сейчас вы сами в этом убедитесь. Ни для кого не секрет, что мы очень много путешествуем по Башкирии, но нигде я не видел такого огромного количества благоустроенных родников. Бишбулякский район не может похвастаться какими-то огромными размерами, но зато, если верить местному главе администрации, здесь находится аж целых 77 подобных благоустроенных источников. Одни только родники уже могут стать визитной карточкой или даже, не побоюсь этого слова, брендом Бишбулякского района. Они здесь буквально на каждом шагу, и каждый имеет свои отличительные особенности, свое лицо и, что особенно интересно, историю. Мудрых, сильных людей, обладающих каким-то особым даром, тюркоязычные народы, такие как татары и башкиры, всегда называли аулия. По-русски, наверное, еще можно перевести это как «святой». Таких людей всегда хоронили не в низине, а на вершинах гор и холмов. Это здесь, рядом с деревней Новый Бектяж, на берегу реки Ик, расположено такое же захоронение. Как звали этого человека, никто уже не знает. Один из местных жителей рассказывает, что старики когда-то вскрыли эту могилу, обнаружили там тело человека в кольчуге, с саблей, что очень интересно, с рыжей бородой. Потом могилу закопали обратно, и вот сейчас о ней напоминает только небольшая кучка камней за железной оградой. Сложно сказать, что здесь первично, а что вторично, но захоронения святых Аулия почему-то все время расположены возле источников чистой питьевой воды. Вот вспомнить, например, могилу Рамазана Аулия в Учелинском районе на вершине горы Ауш. Там местные жители рассказывают легенду, что сначала по ошибке убили Рамазана Аулия, потом осознали, что совершили большой грех, и в искуплении этого греха с почестями похоронили его на вершине горы. И в тот момент у подножия начал бить родник с чистой водой, который, естественно, теперь считается священным. Примерно то же самое можно увидеть возле захоронений
сахабов, посланников пророка Магомета, рядом с горой Нарыстау. И вот здесь, на могиле неизвестного нам святого Аулия, тоже есть прекрасный источник чистой воды. Но главное украшение этого места – это просто исполинских неимоверных размеров 300-летняя ива, которую в самом начале 18 века посадил мужчина по имени Ханай, предок рода Ханановых, которые по сей день проживают в деревне Новый Бектяж. Здесь, как, собственно, и везде в Башкирии, бережно хранят память предков, особенно выходцев из этих мест, прославивших их далеко за пределами. На Бешбулякской земле родились многие известные люди. Например, народный поэт Чувашии Яков Ухсай и татарский советский поэт Фатих Карим, на родине которого, в деревне Аитово, есть большой современный музей. Это был человек непростой судьбы. После окончания школы и педагогических курсов в 1925 году Фатих Карим приезжает в Казань, где поступает в землеустроительный техникум. Здесь он начинает писать первые стихи, и спустя несколько лет их охотно публикуют местные газеты и журналы. Не обошло писателя стороной и лихолетие 30-х годов. В 1939-м его поэму «Аникин» обвиняют в клевете на Красную армию и приговаривают автора к 9 годам лишения свободы. Однако в 1941 году поэта освобождают, но долго наслаждаться вольной жизнью ему не суждено. Менее чем через месяц Карима призывают в армию и отправляют на фронт, где он продолжает писать в перерывах между боями. Стихи поэта публикуют во фронтовых газетах и даже издают в 2 сборниках, вышедших прямо во время войны. Писателю не суждено было ощутить радость победы. Совсем немного не дождавшись этого события, 19 февраля 1945 года командир взвода саперного батальона Фатих Карим после 2-кратного ранения погиб от пули вражеского снайпера в боях под Кёнигсбергом в Восточной Пруссии. Память об уроженце деревни Аитово хранят его земляки. Относительно недалеко от нее есть очень красивый природный объект, который можно посетить после музея. Целый каскад достаточно интересных карстовых озер недалеко от деревни Азнаево называется Сайкуль. Любой живущий в Башкирии прекрасно знает, что Сай – это чай, а Куль – собственно, озеро. Сейчас вода здесь немного мутноватая, а по словам старожилов, раньше была кристально чистая, и местные жители специально приходили на озеро, чтобы набрать воды для чая. В 15 минутах езды на правом берегу реки Демы, протекающей по югу и востоку района, есть еще один интересный источник, подобных которому в Башкирии, наверное, можно пересчитать по пальцам одной руки. Очередной источник отличается от прочих химическим составом воды, богатой сероводородом. Говорят, вода и глина, которая выстилает его дно, очень хорошо помогает при различных заболеваниях. А еще очень жаль, что камера не может передать запах. У нас же всегда он ассоциируется, запах сероводорода, с какими-то тухлыми яйцами, а здесь такой едва-едва уловимый, достаточно приятный. И опять же, пока мы находимся в южной части района, нужно заехать в деревню Дюсяново, на родину поистине легендарной личности Карима Хакимова. В музее уроженца этих мест, без преувеличения повлиявшего на ход современной истории и геополитики, вы узнаете много интересного об этом человеке. Не буду подробно рассказывать его биографию, чтобы вы могли сами ее изучить. Поверьте на слово, это очень интересный экскурс в историю.
Скажу лишь, что именно этот человек был полномочным представителем России в арабских государствах, благодаря чему в 1926 году Советский Союз первым признал новое государство саудитов. Его авторитет в странах арабского мира был огромен. Хакимов стал личным другом главы-основателя, правящей ныне в Саудовской Аравии династии, Абдель-Азиз ибн Сауда, и заслужил почтительное прозвище «Красный Паша». К сожалению, Красному Паше не удалось устоять против урагана репрессий 30-х годов. В сентябре 1937 года Карима Хакимова отзывают в Москву, а в октябре арестовывают по обвинению в шпионаже и контрреволюционной деятельности. 10 января 1938 года на заседании военной коллегии Верховного суда СССР Хакимов был приговорен к смертной казни. В этот же день приговор был приведен в исполнение. После этих событий Саудовская Аравия разрывает дипломатические связи с Советским Союзом и начинает выстраивать новые отношения со странами Запада, что во многом повлияло на расстановку сил на политической карте мира. Дипотношения так и не были восстановлены вплоть до распада Союза и возобновились только с появлением на политической арене современной России. Вот так уроженец небольшой деревеньки Белебеевского уезда Уфимской губернии стал важной фигурой на большой шахматной доске мировой геополитики. Ну и в завершение первого дня нашего путешествия посетим еще один источник недалеко от деревни Каменка, прямо на границе с Оренбургской областью. Вы уже, наверное, заметили, что Бешбулякский район – это район множества источников. Вот очередной источник, не больше, не меньше, а святой. Так и называется святой источник. Вода, вот тут даже висят результаты химического анализа, содержит большое количество кремния. Уж не знаю, хорошо это или плохо. Вода действительно очень приятная на вкус. И что самое удивительное, вот тут иначе как чудом ты это не назовешь, находится он вот, если посмотреть, практически на вершине холма. Все окрестные холмы, они сложены гипсами и породами, которые совершенно не удерживают воду, вся вода уходит вниз. Вот все очень закарстовано. И каким образом вот источник появился на склоне холма, буквально в десятки метров от вершины, совершенно непонятно. Как и положено, к каждому святому источнику прилагается легенда. Говорят, что в жаркий день местный житель пас стадо по окрестным холмам и страшно мучился от жажды. Отчаявшись найти питьевую воду, он начал читать молитву и вдруг заметил странное свечение на склоне горы. Пастух направился в его сторону и обратил внимание на то, что стоит прекратить молиться, как свечение начинало затухать или совсем исчезало. Когда он прочитал все известные молитвы, добрался до места, обнаружил там икону с горящей свечой, а рядом углубление с кристально чистой водой. Утолив жажду, пастух поблагодарил Бога и вернулся к своим делам. Так и появился в незапамятные времена этот источник. Также рассказывают, что когда в советское время захотели отвезти воду родника на местную ферму, трактор, приехавший копать канаву, тут же сломался. Послали второй. Он тоже сломался, да к тому же едва не перевернулся. А тракторист наотрез отказался выполнять эту работу. В итоге решили не искушать судьбу и оставить источник в покое. Ну и раз уж так сложилось, что в районе очень много чистой, холодной, проточной воды, сам Бог велел разводить здесь ценные породы рыб. Вот такие, как в данном случае, радужная форель. Форелевое хозяйство находится прямо в деревне Сидякбаш. И, возможно, именно оно скоро станет главной точкой притяжения приезжих туристов. Бешбулякский район всегда позиционировался как аграрный. И, несмотря на прекрасный природный потенциал, развитию туризма здесь не уделялось должного внимания. На весь район пока нет ни одной турбазы, только гостиница в райцентре. Но времена меняются, и, наверное, скоро он станет не менее популярным, чем Белорецкий, Учелинский, Абзелиловский или другие районы республики. Все необходимое для этого здесь есть. Далеко от деревни Сидякбаш прекрасно сохранился мост, оставшийся еще со времен екатерининских почтовых трактов. В те времена дорога, которая сейчас уже не существует, соединяла города Белебей и Оренбург. В начале нашего путешествия мы уже были на берегу реки Ик, а теперь перебрались немного выше по течению, чтобы посмотреть, с чего все начинается. Благо, ехать от моста до истока реки возле деревни Игнашкино менее получаса.
Обожаю бывать на истоках различных рек. И вот еще одна золотая монетка в мою копилку. Здесь начинается река Ик. Та самая, которая не только разделяет республики Башкортостан и Татарстан, но еще и часовые пояса. Именно при ее пересечении к московскому времени добавляется плюс 2 часа. Прежде чем покинуть район, посетим еще одно замечательное место. Заезжали мы сюда с востока, со стороны Аксенова, а выезжать будем на север, в сторону Аксакова. И даже если их перепутать, ничего страшного не произойдет. Можно также выстроить маршрут и в обратном порядке. Я уже придумал для Бешбулякского района романтическое название, по-моему, идеально подходит. Страна сотни родников. Их здесь действительно огромное количество, и что очень здорово, практически все они облагорожены. Мы вам показали только небольшую часть. И вот сейчас очередной родник, источник монаха Иоанна. До этого у нас была возможность только испить святой водицы, а сейчас здесь можно еще искупаться. Но, к сожалению, я забыл купальные принадлежности в машине, находится она вон там, на вершине горы, и лишний раз бегать туда что-то нет большого желания. Поэтому искупаюсь в том виде, в котором нас создал Господь. И это, конечно же, останется за кадром. О, хорошо, свежо, водичка, ну, сказать, что бодрит, это еще мягко сказано, но зато прям словно заново родился. Ну и тут не обойтись без легенд. Монах Иоанн, согласно им, был человеком загадочным. Родился в этих краях в 1863 году. В 1917 году собственноручно вырыл пещеру, где и жил круглый год. Приходящим сюда людям рассказывал, что видит нечистую силу, от которой защищается нательным крестом. Совершал пешие паломничества к гробу Господню в Иерусалим, к храму Христа Спасителя в Москву, в Троицко-Сергиевскую лавру и прочим святым местам. Призывал людей ходить в церковь и пить воду из источника, от которой многие якобы исцелялись. В 1932 году был арестован и сослан в Оренбургскую область. По последним сведениям об Иоанне, его в 1940 году в городе Свердловске встретил местный житель, которому тот предсказал судьбу и предрек скорое начало войны. Больше о дальнейшей жизни монаха ничего не известно. Закончилось наше путешествие по Бешбулякскому району. Здесь какие-то особые комментарии излишни, вы и сами все видели. Замечу только то, что это место крайне недооценено с точки зрения туризма, поэтому с удовольствием приглашаю вас, приезжайте в Бешбулякский район, посмотрите на все своими глазами, составьте свое собственное мнение. Главное не сидеть дома, ведь все самое интересное всегда ждет нас за порогом. До новых встреч, друзья!